нас такой бонус учился немножко разобрать по интересам слушателей, сильных, ну, скажем, мая, либо лет. Чисто такое, вы понимаете, это напрямую не относится, но это сам по себе любопытный факт, говорящий о том, что когда мы что-то кладем в определение, что это требование существенное, потому что может, кстати, зачем это требование, может, таким понимать. Дайте точное определение неограниченности, вы можете положить. Вот, неограниченность, это неограниченность функции в некоторой точке означает, что в любой окрестности этой точки найдутся значения функции, сколь угодно большие помощи. Но это не значит, что предел равен бесконечности, конечно. Понимаете, так сказать? Вот, что в любой окрестности, значит, функции неограничены в некоторой точке, если в любой окрестности, ну даже в любой окрестности этой точки найдется значение, сколь угодно большую помощь. А немножко неточно говорится в книжках о том, что там функции там почти всюду конечные. Имеется в виду, что противоположное почти всюду бесконечное. Это может быть бывает и так. Но бесконечное — это более сильный предел. Бесконечное — это предел бесконечное. А здесь просто вот. Ну, это такой любопытный вопрос. Ты придумай такой пример, что показываешь себе начать. Это уже в прошлый раз такого не было. А какой же? Я забыл. А вроде кто-то говорил там, типа, боль на иррациональных, а на рациональных что-то типа знаменательных. Ну так, а что, нет, какого знаменателя? Нет, а какого знаменателя? Хорошо. Допустим, возьмем у каждого рационального числа несопротивимо. Есть m на n, да? Если брать единицы, ну как функцию Римана устроена. Если есть m на n, то можно взять значение единицы на n в рациональных точках. Но n натуральное число, это не значит, что функция будет неограничена. N для того, так сказать, у меня вот если в любой точке найдется рациональное число с большим знаменателем. Да, и чему вы кладете значение функции? Знаменатель. Знаменатель не единица на n, как функция Римана, а просто n, наоборот, да? Так, и что? Да, действительно, это множество. То на ответственности после любой точки есть бесконечно, сколько угодно большое. Любой окрестности любой точки есть сколько угодно большое. Ну, можно, наверное, так одеться. Да? В любой окрестности есть рациональное число со сколько угодно большим знаменателем, знаменатель сделать такая. Можно. То есть. Вот, ну, можно и такой. Вот, чтобы нельзя. Это ограничение для чего? Для того, чтобы нельзя было. Ведь у нас функции какие? Они у нас это почти всюду сходящиеся, значит, предел почти всюду сходящихся последовательности ступенчатых функций. Но ступенчатые функции — это вот ступенька, чтобы нельзя было ступеньку увести в бесконечность, так сказать. Чтобы вот
Значит, ну вот тут я перечислю. Все-таки это нам будет полезно, поэтому я перечислю. Значит, пускай фи лежит на 1. Ну и тогда можно представить, тогда можно говорить об уютной преобразовании Фурье. Ну, даже если просто так написать, то уже получается некоторые свойства. Преобразование Фурье ограниченное, непрерывное и стремится к нулю на бесконечность. Это уже есть некоторые свойства. Ограниченное. Это доказывает прошлое. Ну, фи у нас как всегда изоля 1, ну, на самом деле не всегда, но пока всегда. И еще, значит, да, это еще не второе. Второе в обратную сторону. В обратную сторону вот что. Значит, пускай у нас фи изоля 1. И еще фи удовлетворяет условие единое. Я в прошлый раз говорил, что это такое. Да? Значит, это существует эпсилон. Такое, что интеграл от минус эпсилон до эпсилона фи, значит, для каждого x от x плюс тау минус фи от x делить на тау. Тау меньше бесконечности. Ну, что это за условие? Совсем хорошее условие было бы, если бы это просто радостное отношение, например, было ограничено. Ну, например, для гладких функций это, конечно, выполняется. Если функция гладкая, то это, конечно, просто по формуле Лагранжа тау сокращаем, и все в порядке. Значит, в частности, для гладких функций это условие заведомо выполнено. Вот тогда фи от x можно восстановить, а именно в смысле главного значения такого как это, да? Ну, вообще, это уже второе. Там где-то единицы на 2 чьи. Можно перейти в игру. Так, теперь следующее у нас было. Вот это второе, это относится к первому. Это все к первому. Это к первому. А второе это усиление свойств относительно. Ну, усиление есть какое? Вот это вот, то, что условие единое. И тогда вот так можно делать. А второе, значит, такое. Фи изоля 1. И еще фи абсолютно непрерывно. Фи в 3. Тогда отсюда вытекает, что, во-первых, фи на плюс минус бесконечности это 0. И то, что можно дифференцировать. Значит, дифференцирование в таком виде мы написали. Значит, преобразование Фурье от d to x от фи. Это есть и сигма преобразование Фурье от фи. То есть оператору дифференцирования соответствует умножение на умножитель сигма. Теперь, ну, можно сказать, третий. Третий такой, если k раз можно продифференцировать, то тогда можно вот такую оценку получить. Преобразование Фурье от фи не превосходит преобразование Фурье от катой производной делить на катую степень сигма. Ну
и здесь же преобразование Фурье от многочлена. Теперь следующее свойство. Ну, пи по-прежнему зарядил. Еще х фи зарядил. Ну, тогда утверждалось, что преобразование Фурье, во-первых, уже гладкое, можно дифференцировать. И фи штрих. Это есть минус и преобразование Фурье от x. Ну и можно в виде, так сказать, оператор. Давайте здесь что-то напишем. Здесь, ну, поместится. Тут оценка не понадобится. Давайте я беру просто обувь. Оказывается, можно решение рассматривать от комплексного аргумента. Это сегодня будет использовано. От S я напишу так. Сигма плюс гамма. Ну, соответственно, значит, и эта функция аналитическая. Если 6 в любое, то и f цирка. Ну и тогда тоже здесь же в седьмом для этой самой, это как раз наш случай, и s степень по f. И получается вот такой вот, вот такая вот оценка. Потому что откуда 10 и 2 степени, а
Значит, вот это было, да, то, что если мы для любого B, то это вот так. Теперь, дифференцирование, значит, это целый функция. Теперь, а вот это было, нет? Вот такое. Ну, аналитическая, если бы любой, то функция аналитическая во всей плоскости, это называется целый функция. Вот и все, да? Хорошо. Тогда, значит, о чем речь? Давайте будем, значит, получим вот эту самую оценку. Значит, ну, что такое фи от s? Фи от s, давайте напишем. Фи от s. Это интеграл минус фи от x e в сигму минус и, а вот здесь сигма плюс и гамма минус x. Откуда, как говорится, что берется? Давайте посмотрим. Значит, вот это, так, вот это свойство делать. Значит, это надо рассмотреть просто преобразование Фурье от производной. Ну, давайте рассмотрим. Значит, я беру интеграл от минус до плюс бесконечности. Здесь, скажем, фи-штрих e в степени минус и s. X, D. Дальше, как положено, мы интегрируем по частям. И вспоминаем. Значит, у меня получается, что это фи. А фи – финитная функция, поэтому это будет фи на e в степени минус и s x с подстановкой, ну, от минуса до а. Значит, фактически интеграл от минуса до а. И это в силу финитности, это ноль. И минус. А? А вот где? Ну фиштришн. Это кто такая? Я хочу найти прям. Значит, в частности, где B любой, в частности. Это верно. В прошлый раз было сказано. Для фи из d. Вот это теперь мы будем считать. Это доказывается только для d. Я буду доказывать только для d. Только для финитной функции, потому что такие мне потребуются. Правильно, согласен. Вот, а здесь получается, что же такое минус, ну, два раза минус, получается фи s. А здесь интеграл опять, ну, от минуса до а, конечно. А здесь фи e в степени минус и sx dx. Значит, при каждом дифференцировании вперед выходит вот этот самый es. А это есть нечто иное, как преобразование Фурье в фи. Значит, если я еще раз продифференцирую, вперед еще раз выйдет es. Сколько раз продифференцирую, получится es в пути степени. Вот, собственно, это и здесь и написано. А дифференцирование невозможно, поскольку у нас значит, функцию целую, ну, мы это проверяли, целую функцию, в частности, аналитическая, и дифференцировать можно сколько хочешь раз.
Тогда оценка какая получается? Давайте посмотрим. Вот прямо посмотрим на соответствующий интеграл. Значит, если я возьму по модулю, здесь получится s в какую-то степень. Вот это как раз есть вот этот модуль. Теперь, да. А вот здесь остается вот что. Здесь, если я возьму это по модулю, у меня получится e в степени минус i сигма, ну, модуль-то равен единице. А здесь вот останется e в степени гамма x. Вот когда я раскрою здесь скобки, возьму по модулю. Значит, у меня останется какой? Что же у меня останется? У меня останется интеграл от минус a до a от e в степени гамма x dx. Ну тогда естественным образом все это я вычисляю. У меня получается оценка e в степени a на модуль гамма. А все остальное уходит вот в эту константу c. Где зависимости от ко, а сколько раз я делал производную. Понимаете, здесь же будет стоять на самом деле что-то. Здесь же стоит кутая производная. Так что это оценка модуля для кутой производной от этой функции. Но от ку, в принципе, оно зависит. Вот. И это мы назовем сейчас один, и вот с этого места мы продолжим. Теперь так. Таким образом, оказывается следующее, что преобразование Фурье отображает наше пространство D в множество целых функций, но не просто множество целых функций, а удовлетворяющих еще вот такую вот оценку. Оказывается, что вообще говоря, верно и обратно. Если я рассмотрю множество целых функций, удовлетворяющих вот таких вот функций φ от s, удовлетворяющих еще вот такой оценки, то тогда эти функции являются преобразованиями Фурье каких-то там функций φ. Вот это мы сейчас проверим. Ну, это нам не открывает. Значит, оказывается, что если целая функция φ удовлетворяет, то она является преобразованием Фурье некоторой функции и из D. Но эту функцию можно указать даже в явном виде, а именно естественно полагать. Ну, как обратное преобразование. Вот от этой самой фи от s, e в степени, ну, а фи от, ну, на фи от s, значит, фи от s, e в степени и s x. Ну, давайте сейчас фи сигма и по бисигма, потому что это по, вот, по оси. Значит, я беру функцию, она функция комплексную переменную, но я ее беру по вещественной оси и вычисляю, и ставлю вот такую вот форму. Утверждаю, что это как раз преобразование Фурье именно вот этой самой функции. Ну, пункт первый. Что вот эта функция φ бесконечно дифференцируема. Значит, нет, это особенно. Значит, существует, значит, фи принадлежит своей бесконечности. Откуда это следует? Ну, надо написать формальную производную по x. Если я напишу формальную производную по x, то что это значит? Значит, тогда впереди получится еще вот здесь и сигма. Да? Но у меня есть вот такая вот оценка.
Оценка это говорит о том, что в частности, например, при гамма, например, равная нулю на вещественной оси, вот тогда эта функция не, значит, достаточно быстро убывает с ростом s, потому что здесь тогда ограничена константа. Ну, в таком случае соответствующий интеграл формально при дифференцировании равномерно сходится. А раз он равномерно сходится, ну тогда и дифференцирование заходит. Так что здесь с производными легко. Большие канители доставляют то, что эта функция на самом деле финита. Вот оказывается, при таких предположениях эта функция является финитой, что, в общем, не очевидно. А вот теперь финит. Во-первых, этот интеграл можно рассматривать сам по себе. А не только, ну, наша функция определена, вот сама функция определена и для комплексных значений, потому что она сама по себе такова. Утверждается, что что функцию φ от x можно интегрировать не только по вещественной оси, но и по любой прямой параллельной вещественной оси. Значит, то есть оказывается. Как всегда в таких случаях вводится контур. Поскольку здесь функции стоят аналитически, то интеграл по замкнутому контуру 0. Ну, остается побороться за то, чтобы здесь было, вот, скажем, от сигмы 0 до гамма 0 по вот этому кусочку интеграл при раздвигании на границе интеграл вращался во 0. Ну, давайте напишем, значит, что это такое получается. Интеграл, а фи от чего? Значит, сигма 0 плюс и гамма. Интегрируем только по гамме. Теперь здесь е в степени и сигма нулевое плюс и гамма х. И по дегамма. Я вот такой вот. А, да, только не от минус до плюс бесконечности, конечно, от нуля до гамма нулевого. Сигма нуль это здесь, а гамма нуль на минус. Давайте посмотрим, как устроен такой интеграл. Начнем. Значит, здесь будет стоять модуль вот этой самой функции, а модуль вот этой функции, он допускает какую же оценку. Значит, оценка будет такая. Я могу вот это s к степени q вот сюда перенести. Значит, получается интеграл от нуля до гамма 0. Здесь будет c qt, а здесь будет s по модулю в степени q. Ну, s это значит, что ж такое? Сигма 0 в квадрате вот на этой самой вертикали, да? Плюс сигма 0 плюс гамма в квадрате. Так, c qt и e в степени а гамма. И дальше этот пропал, а остался e в степени. Значит, что ж такое? Минус гамма x по f. Ну, давайте посмотрим, что получилось. Значит, вот это. Это значит, что ж такое? Сигма 0 в квадрате плюс гамма в квадрате. Гамма в квадрате можно, если я выкину, то дробь станет только больше. Значит, оценка будет здесь какая? C крутая поделить на сигма 0 в квадрате.
А это будет просто я проинтегрирую, будет, ну, некоторое число. Значит, я интегрирую по гамме, от нуля до гаммы нулевой. Будет некоторое число, будет некоторая константа в результате интегрирования. И получится вот такая оценка. Некоторые цикуты делить на сигма нулевой в квадрате и умноженное на результат интегрирования вот такого выражения по гамме, который зависит от нуля. Ну, от чего он будет зависеть? Ну, при нуле сколько-то, и при гамме нулевой сколько-то. Значит, если я сигму 0 буду устремлять в бесконечность, то такое, тогда такое выражение будет стремиться к нулю. А это означает, что при раздувании этого промежутка интегралы по вертикали стремятся к нулю. А это, в свою очередь, означает, что интегрировать в этой формуле можно не по вещественной оси, а по любой прямой параллельной вещественной оси. Это мы сейчас и будем делать. Так. Теперь сделаем вот что. Значит, вот эту самую φ от x рассмотрим. Значит, наша задача такая. Наша задача такая, что я могу φ от x писать единицу на 2π. Важно, а здесь фи от сигма плюс гамма на е в степень минус и сигма x. И вот что нам важно, е в степень минус гамма x. Теперь сделаем вот что. Воспользуемся нашим неравенством, которое потом просвечу. Я его снизу напишу. Для фу равной нулю и фу равной двум. Значит, воспользуемся один при q равной нулю и q равной 2. Что тогда получится? Тогда получается следующее. Вот тогда φ от s не превосходит минимум из c нулевой, где нолик отвечает вот за q равную нулю, и c второе деленное на s модулю в квадрате или на е в степени а модулю в квадрате. Вот такой вот неравенство. Теперь следующее неравенство. Давайте я его поясню графически. Ну, оно простое, но все-таки оно как бы требует. Значит, c0 и c2 это какие-то константы. Значит, существует такая константа, что это все не превосходит некой c, деленной единицу плюс модуль s в квадрате на e в степени а модуль гамма. Ну как это понятно? C определяется через c0 и c2. Но картинка здесь такая. C0 это вот константа. Ну, кстати, если сделать один, здесь сделать один и здесь сделать один, будет неверно. Поэтому, значит, как находится c по c0? Значит, вот это вот некоторое c0 любое, а вот эта вот штука, это вот что такое. Такая. Так утверждается следующее, что я же беру минимум из этих двух. Минимум из этих двух это функция вот такая. Она вот такая здесь, а потом она вот такая здесь. Так надо взять такую c достаточно большую, чтобы. А функция единица плюс модуль s в квадрате, она вот так устроена. Вот здесь как-то так. Потом она вот такая. Вот надо взять c такое большое, но. Можно привести явные вычисления. Значит, если вот в этой точке мы заведомо вот так вот больше, то тогда и дальше будет больше. Вот. Значит,
можно привести явные выражения. Это нам не нужно, важно, что можно подобрать такую c, определяя через c0 и c2, так что выполняется такую неравенство. Вот. Ну, а тогда, тогда пусть теперь x по модулю больше a. Что за a? A это вот то самое, которое здесь. И а это то самое а, которое вот в этом вот неравенстве. Вот в том, которому удовлетворяет функции фи от s. Давайте, чтобы не мучиться с модулями, давайте возьмем какой-нибудь один такой простой вариант. Ну, скажем, гамма положительная для x больше h. Не просто по модулю, а x больше h. Пусть, например, x больше. Гамма положительная, чтобы модуль не писать. Тогда какой же получается интеграл? Тогда вот этот интеграл оказывается таким, единица на 2 k. Теперь так. Интеграл от минус до плюс бесконечности. Я даю оценку вот этого интеграла. То есть я беру его по модулю. Тогда модуль вот этого пропадает. А здесь остается вот что. C деленное на единицу плюс модуль s. Квадрате, а на e в степени я договорился, что гамма у меня сейчас, например, положительная, а и еще на e в степени минус гамма x. И все это по, ну я же по d сигма, значит, поэтому в принципе я могу здесь s стереть и написать сигму, потому что я просто увеличиваю тем самым. Я уменьшаю знаменатель, это сигма плюс гамма. Это сигма в квадрате плюс гамма в квадрате, а гамма в квадрате я выполню. Ну и что тогда? Тогда вот это вот, это будет вполне c на что? На π, да? Ну, модуль, здесь тогда модуль можно стереть. Интеграл тогда просто арктангенс. И если проинтегрировать, значит, арктангенс подставить от минус пенаду до плюс пенаду, это будет π. Значит, тогда здесь получается c пополам, какой-то новый c. А здесь остается вот что. Значит, да, и e в степени на следующее a минус x на гамму. А вот теперь давайте подумаем. Я же взял x больше a. Ну, просто можно разбирать разные знаки. Если x больше a, то здесь стоит отрицательное число. А раз стоит отрицательное число, а что такое здесь гамма? Гамма это та прямая, на которую я приподнял. Значит, я интегрировал сначала просто по оси, а потом я ее стал приподнимать на величину гаммы. Поскольку у меня функция целая, то гамма может быть любой. Я могу любую высоту поднять. Значит, для любой гаммы у меня получается вот такой ответ. Но если взять гамму достаточно большой, то за счет того, что здесь выражение отрицательное, это выражение может быть сколь угодно маленькое. Значит, я могу сделать это меньше эпсилона, если я возьму достаточно большую гамму. Значит, у меня получается, что по модулю вот это выражение может быть сделано сколь угодно маленьким. Ну, значит, оно ноль. Если модуль чего-то может быть сделан меньше, а сколь угодно малым, значит, при x больших a это 0. Ну и по, точно так же доказывается и для другого сочетания знаков. Значит, наша функция еще к тому же еще и финита. Ну вот это требовало некоторых усилий. Ну, пусть не супер, но все. Таким образом, получается следующее. Итак. Итак. Помимо пространства D возникает пространство, ну, часто его обозначают Z большое, целых функций, удовлетворяющих оценку 1. Что это за пространство такое? А это пространство вот чего.
каждое преобразование Фурье функции из D лежит здесь. Но и каждая функция отсюда является чьим-то преобразованием Фурье. Таким образом возникает соответствие взаимно однозначное между D и между Z. Но на D есть функционал, есть пространство D3, пространство линейных непрерывных функционалов. Теперь, что касается здесь, в этом самом пространстве Z. Но линейность его очевидна. Здесь есть предельный переход. Ну, например, какой? Будем считать, что значит, функции стремятся, скажем, к нулю, если их это же образы по Фурье, если их прообразы стремятся к нулю. Можно дать и внутреннюю сходимость, по которой вот в терминах вот эту функцию, удовлетворяющую таким свойством. Это не важно. Возникает мысль, нельзя ли здесь рассматривать какие-нибудь линейные непрерывные функционалы на Z, какие-нибудь. И тогда, может быть, между ними можно установить соответствие. Поскольку это есть преобразование Фурье вот от этого, то, естественно, то, что здесь считать преобразованием Фурье функционала из D'. Но преобразование функционала из D' будет функционалом, определенным на другом пространстве. Здесь бывает так, что вводит пространство быстро убывающих функций, пространство S, тогда они определены на одном и том, а вот здесь на разных. Как это сделать? Как разумным образом определить линейный непрерывный функционал? Здесь тоже некоторые сведения из анализа. А преобразовать, значит, нельзя ли определить линейный непрерывный функционал на D, который как-то бы соответствовал функционалам, взятым из D'. У нас преобразование Фурье, значит, ну, напоминали или как угодно, значит, преобразование Фурье было определено для функций, ну, в самом начале, из L1 стартовали мы с L1. К сожалению, просто так не получается определить преобразование Фурье для функции ZL2. Функции ZL2, они устроены так. Это функции, у которых квадрат должен быть суммирован. Но, ну, например, вот какая-нибудь такая функция. Единица деленная на корень из единицы плюс s квадрат. Ну и x квадрат. Значит, квадрат этой функции, конечно, суммируем по всей оси. Ну, поскольку что вычисляет такой интеграл. Так, там. А вот сама-то функция не суммируема. Сама функция не суммируема на всей оси. Поэтому, однако, существует теорема. Значит, которая и само преобразование Фурье определялось просто как интеграл минус от плюс бесконечности. И такой интеграл от функции из L2, вообще говоря, не обязательно существует. Но, значит, ну, теорема. Значит, пусть некоторая функция P принадлежит, ну, F принадлежит L2. Тогда оказывается, что существует какой-то предел, но в смысле главного значения. Для обычного преобразования Фурье главное значение использовалось, но только в обратном, в случае обратного преобразования Фурье.
А здесь прямо оказывается существует вот такой предел, который является некоторой функцией сигма. Причем эта функция фи от сигма, она тоже принадлежит L2. Это непростое доказательство. На самом деле здесь тоже сначала приходится там рассматривать финитные функции, потом еще их аппроксимировать. В общем, это нетривиально. И это не все. А кроме того, оказывается, и еще, во-первых, существует предел, и выполняется вот такое соотношение. В принципе, это даже для комплексно-значных функций, вот если бы f от x была комплексно-значной, это тоже было бы верно, поэтому я на всякий случай напишу вот так. Она функция вещественного аргумента, но комплексно значит. Сейчас мы выясним. Сейчас я в простом случае это утверждение докажу, а в общем случае это нетривиально. По-моему, гвоздей вот здесь, но я сейчас на этот момент выложу, это установлю. Значит, это называется теорема Блуджерелли. Это что такое? Значит, это, да, и оказывается, что если функция f при всем при том еще и принадлежит L1, ну так случилось, то тогда это честное настоящее ее преобразование Фурье со всеми вытекающими свойствами. Значит, вот это теорема Пифагора. Значит, такое ее глубокое и далекое обобщение. Значит, теорема Пифагора — это квадрат длины гипотенузы равен сумме квадратов кафедры. Теперь в пространстве L2 маленькое, сумма квадратов коэффициентов Фурье по ортонормированной системе равно квадрату нормы вектора или квадрату нормы функции. Ну, а это, так сказать, континуальный аналог, фактически, этого самого равенства Парсеваля. Это, так сказать, вот, квадрат нормы функции, а это, вот, ну, так сказать, коэффициенты Фурье, как бы. Сумма квадратов коэффициентов Фурье. Так вот, для, конечно, вот, просто функции из L2, это серьезная нетривиальная теорема. Ну, можно прочитать ее доказательства, например, у Колмогорова и Фомина. Там все очень хорошо написано. Но в простом случае, эту теорему можно получить. Да, можно еще сделать вот что. Можно сделать обобщение этого утверждения, если рассмотреть f1 плюс f2. Ну, просто сумму. Тогда верно будет следующее. Значит, если применить, извести квадрат, тогда здесь будет вот что. Значит, квадрат одной, квадрат другой, и еще будет произведение. Так вот, интеграл от произведения некоторых функций равен интегралу от произведения образов этих функций. Вот этим мы сейчас и воспользуемся. Вот сейчас я это напишу. Сейчас. Вот так. Теперь мы с вами писали значение функционала на функции, ну и писали в виде, так сказать, скалярного произведения. То есть регулярный функционал, вот f, порожденный функцией f, значение на φ. Мы писали, что это интеграл от минус до плюс бесконечности f на φ на dx. Но если речь идет о комплексно значных функциях, все равно вещественных переменных, то
в принципе, возможно строить функционалы следующего сорта. Можно поставить, значит, можно писать вот так. Можно здесь черточку поставить, можно здесь черточку поставить, можно две черточки поставить. Значит, дело в том, что хотя бы в одном из этих мест черточку надо ставить. Я, ну, если мы хотим это вроде как скалярное произведение. Дело в том, что если это линейный функционал, то тогда мы, в принципе, на i можем умножить сюда, и на i можем умножить сюда. И тогда вперед выходит минус единица. Тогда нехорошо, когда получается, что функция умножается сама на себя и получается со знаком минус. Поэтому мы сейчас будем писать так. Для вещественной функции это все равно, а я черточку поставлю на первом месте. Значит, если функция комплексно значна, то вот я буду вот так писать. Так вот, давайте напишем вот что. Значит, написано f на t, это у меня есть тетрал от минус до плюс бесконечности, f с чертой t dx. Теперь, да, что у меня за фи? Значит, f у меня будет локально суммированная функция, а фи, конечно, из d, поэтому все интегралы, которые здесь написаны, существуют, потому что они реально берутся по конечному промежутку. Это не есть доказательство теоремы Блошерея, потому что тогда, ну, на самом деле, это некоторый этап доказательства, потому что сначала оно доказывается как раз для финитных функций. Это как бы не старт. Значит так, я воспользуюсь тем, что можно написать, воспользоваться формулой обратного преобразования Фурье. Черту даже над всем интегралом. Какая-то обобщенная функция. Важно
регулярные или нет. Но, значит, значение на функции фи, ну, как, по какому-то правилу вычисляется. Значит, это такой функционал. Значит, это есть преобразование Фурье от t, который действует на преобразование Фурье от фи по правилу. Надо взять 2π и умножить вот на действие t на φ. Ну давайте что-нибудь вычислим. Значит, это и есть соответствие между... там, где стоял знак вопроса. Давайте вычислим, скажем, преобразование Фурье дельта функции. Значит, пример. Преобразование. Нет, нет. Что это такое будет? Надо взять преобразование в Фурье функции фи. Это 2π. Дельта функции. Дельта на фи. Это будет 2π, а это есть фи от нуля. Потому что так действует дельта функция. Фи от нуля можно написать так. Это есть. Теперь я могу написать так, что это есть интеграл от мин, давайте так, 2π. А фи я могу выразить через вот это вот. Это есть фи большое. Значит, это есть единица марка фи. Интеграл от минус до плюс бесконечности. Фи большое от сигма. Е в степени. И сигма х. Дх. Д сигма. Правда, мне же нужно фи от нуля. Значит, чтобы получилось, значит, это все должно быть. Значит, я фи от x — это вот такое, а это нужно при x и потом подставить x равно нулю. Фи от x вот такое, а фи от нуля — это вот при x равно нулю. Ну, значит, это получается так: интеграл от минус до плюс бесконечности фи от сигма, а e дает единицу, я ее сюда поставлю. Ну что, получилось? Получилось, что вот этот функционал действует на функцию φ по правилу единица умножить на φ. Ну, отсюда вывод: преобразование Фурье дельта функции есть единица. Ну вот что и получилось. Теперь давайте найдем преобразование Фурье от единицы. Значит, ну поехали. Преобразование Фурье от единиц. Значит, это преобразование Фурье. Лишнее фи. И должно быть 2π. Теперь что здесь? Единица. Определенная функция, действующая на фи. Но единица действует на фи так. Если интеграл от минус до плюс бесконечности, ну, единицу можно написать, фи от x. Ну, единицу можно написать еще и так. Это есть e в степени минус i, а сигма x при сигма равен нулю. Это ведь тоже не. Поставить сигму равную нулю, это всякий день. Вот. Но это, есть не что иное, как преобразование Фурье в
функции фи. Значит, это есть что же такое? 2 фи на функцию фи от сигма, но при сигма равной нулю. То есть 2 фи фи от нуля. Но если мы функции фи ставим в соответствии фи от нуля, тогда получается, что это дельта-функция. Значит, получилось, что при образовании Фурье от единицы это есть 2 пи на дельта функции. Давайте посмотрим. Все-таки я имею в виду дальнейшее. Насколько это осмысленно? Дело в том, что это такая классика, конечно. Значит, ну, поясним. Почему преобразование Фурье от единицы это дельта функции? Как это? Объясните это. Можно ли это понять интуитивно? Почему это так? Ну, интуитивно это совсем понятно, почему так. Если уж совсем стоять на физической точке зрения, то так и должно быть, потому что преобразование Фурье, я уже говорил, это, так сказать, плотность амплитуды. Плотность амплитуды постоянного сигнала. Да, постоянно. Значит, у него... Какая? Значит, все частоты нули, а вот нулевая частота, она у него, ну, так сказать, бесконечная. Ну, вот вроде того, что здесь и написано. Но это, к этому можно прийти из таких соображений, которые нам понадобятся. Давайте возьмем функцию e в степени минус модуль x поделить на n. Вот такая. Эта функция вот такая. Мы напишем ее, это обычная человеческая функция, напишем ее преобразование Фурье. Но это получится e в степени минус модуль x поделить на n, на e в степени минус pi сигма x, dx, интеграл минус плюс бесконечность. Ну и найдем, значит, что же такое получается, интеграл от минус бесконечности до нуля e в степени. Ну, здесь что же получается? Х поделить на n минус и сигма х. А здесь интеграл от нуля до плюс бесконечности e в степени минус х поделить на n минус и сигма х. Что получится? Ну давайте, здесь, значит, x я выношу, и впереди получается вот такой множитель. Здесь у меня что будет? 1 n минус i сигма и еще x. Значит, это так. Единица деленная на 1 n минус i сигма e в степени. 1 n минус i сигма x и становится от минус бесконечности до 0. Плюс единица на минус 1 n плюс сигма с подстановкой от нуля на плюс бесконечность. Как делать это? Где 1 n плюс сигма плюс подстановка от нуля на плюс бесконечность? Ну, давайте подставим. Ну, довольно-таки ясно, что здесь должно получиться. Но это ограниченное, здесь минус бесконечность, x, e в степени 1n на x, и x к минус бесконечности. Значит, n на нижнем пределе 0. Значит, на верхнем пределе получается единица, 1n минус и сигма. По этим же соображениям здесь на верхнем пределе 0, а на нижнем пределе получится вот что. Ну, два раза нижний предел еще минус. Значит, плюс единица 1n плюс и сигма. Давайте сложим. Получается наверху 1n плюс и сигма, 1n минус и сигма. Значит, 2. 2 на n наверху. А здесь единица на n квадрат плюс сигма квадрат. Ну, если умножить все это дело на n квадрат, получается 2 делить на единицу плюс n сигма квадрат.
рисовать картинки двойные. А, два, а я. Да, двойные. Вот. То картинки такие. Значит, вот эти вот, вот при больших n, они становятся, чем n больше, ну и в пределе должна получиться, ну так сказать, единица. А здесь картинки такие. Теперь если я увеличиваю n, то у меня получается вот что. Ну оно понятно, что в пределе, так сказать, единица должна дать эту функцию. Единственное, что надо побороться за площадь под графиком, чтобы, ну так сказать, площадь под графиком должна равняться единице. Отсюда получается у нас как раз 2π, потому что если мы захотим вычислить такой интеграл, то площадь как раз будет на единице. А это как бы выяснение, почему вот эти все вещи, они выглядят разумными. Да, действительно, вот теперь можно дальше. Раз уж мы такое сделали, то можно и дальше попробовать. Давайте подумаем что бывает. Значит, у нас какая сейчас нет. Имение задачи, значит, найти преобразование Фурье всех разумных элементарных функций. Ну, синусы, косинусы, экспоненты. Обычного преобразования Фурье не существует, но вот такое, наверное, существует. Оно действительно существует. Так. Преобразование Фурье, значит, давайте напишем вот что. У нас некоторые функции. Ну, скажем так, например, что будет, если я, да, значит, что такое сдвиг? Значит, скажем так, f, что такое обобщенная функция? Она же как бы у нее аргумент является φ, но мы же пишем дельта от x, например. Вот в этом смысле. А так вот, обобщенную функцию я напишу так, в этом смысле. X минус h. То есть речь шла бы вот о чем. F от x минус h. Это действие на φ. Вот этим символом обозначается вот такое действие. Cf на φ от x минус h. По-моему, сдвиг. Значит, давайте напишем так. Если я рассматриваю f от x минус a на p от x для обычных функций. Знаете, вот как бывает мысли, мы здесь сейчас просто смс прислали, я все равно не буду. Это бывает.
Давайте мы сейчас прервемся, а я все-таки позвоню, ладно? Я хотя ответил, что вы не отдайте, я позвоню. Перерыв сделаем. Она
замечает какие-то вещи такие, о которых не может даже не задумываться. Приходится там задумываться и... А у тебя там эксперимент какой-то был? Нет, но эксперимент, он был за границей, а я его... Поэтому все могут садиться. Я понравился, что ты написал.
Всегда. Всегда. Да.
изентропичный, он, ну, при возникновении ударной волны у нас, конечно, здесь будет, вот у нас есть ударная волна, допустим. Ударная волна — это что? Мы как раз будем об этом говорить. Здесь V1, здесь V2. Здесь ρ1, здесь ρ2. Просто резкий скачок испытывают величины, которые характеризуют поток. Соответственно, здесь будет S1 и S2. Но почему? Почему так? То есть вроде бы как бы у нас изентропичный поток. На самом деле, просто в ударной волне в самой по себе мы не можем потенеречь вязкими диссипативными. То есть как раз вот в ударной волне происходит диссипация. Вот. А везде, вот здесь и здесь, мы можем рассматривать жидкость идеала. Правильно ли я понимаю, что S равно константе — это почти определение идеальной жидкости? Да, почти. Почти. На самом деле, ну на самом деле, раз об этом зашел вопрос, на самом деле надо будет... Как называть жидкость идеальной есть? Ну, на самом деле, конечно же, вот так. ds по dt равно нулю. То есть, таким образом, ds по dt плюс v, ну, v град s равняется нулю. Вот, на самом деле, по-моему. И это есть определение. Вот это определение идеальной жидкости. Хорошо. Но называть идеальной, если вот так. Такое соотношение. Да. Однако, естественно, предположить, что в начальный момент времени S t при t равно нулю равняется S0. Просто константа. Вот. Ну, просто энтропия у нас везде одинаковая. Таким образом, тогда это уравнение дает S равно константе. Это дополнительное, но оно как бы. Это тоже входит в слово идеальная жидкость? Или это входит в слово. Но когда рассматривают идеальную жидкость, рассматривают, ну, 99% случаев именно вот так. Вот так. Да. Так, ладно. Значит, тогда да, S равняется константе. От того, что S равняется константе, мы можем, соответственно, написать следующее. То, что dp равняется dp по d ρ при постоянной s на d ρ плюс dp по ds при постоянном ρ ds. И вот это мы у нас ноль, потому что ds. А p вы считаете функцией от ρ и s? Да. При этом где-то напишем, что p зависит от ρ и s. P зависит от ρ и s. Уравнение. Да, это уравнение состояния. То есть это считается тоже заданным. Как, между прочим, и в просто в новой инструкции нам нужно какое-то уравнение состояния иметь. Да, но это, скажем так, из общих соображений. Но это просто полный дифференциал написан, поэтому. Ну, скажем так, полный дифференциал, у нас функция может быть трех пример, она у нас будет. Кто третий? Ну да, ρ, s, это. Вот, но дело в том, что это некоторый фундаментальный закон термодинамики. Да. То, что любая термодинамическая величина задается как функция двух других термодинамических величин. Вот. Хорошо, значит, это если некоторые существо обобщения экспериментальных фактов и принят такой закон. Ну да, да. Значит, можно и так говорить. P от ρ и s, ну а раз P от ρ и s, s равняется константе, значит P от ρ. Правильно, да? Бартовная. А что? Бартовная. Бартовная? Ну, я не знаю, вот уже тоже такой вопрос. Ну, да. Ну, хорошо, P от ρ. P от ρ. Значит, более того, dp под ρ s — это есть c в квадрате, некоторая функция, которая, где c — это скорость звука, и она тоже зависит от ρ и s. Ну тоже, она термодинамическая функция. Погодная зависит от ρ и s, так сказать, с формальной позиции. Да. Единственное, что здесь утверждается, что это величина неотрицательная, потому что там могут быть официальные квадраты. Да, это величина неотрицательная, как скорость звука. Ну это, сейчас, это, кстати, ну это можно... показать. Это, видимо, для... не следует, а просто тоже является некоторым физическим законом. Факт связи давления и плотности. Ну, понимаете, я что имею в виду? Есть вещи, которые откуда-то вытекают, а есть вещи, которые мы
как бы понимаем. Вот, например, вот у нас написан закон сохранения. Откуда он, собственно, вытекает, закон сохранения? Ниоткуда. Это физический факт, который мы принимаем. Да. Ну вот так получилось. Откуда вытекает закон Ньютона? Ну, понимаете, что принять за исходные позиции? В конце концов, можно принять какую-то там лагранжевую механику, но по существу вот тоже как бы обобщение экспериментальных данных. Поэтому, а другое дело, бывают какие-то следствия, если там каких-то уравнений или системы с формальной позицией. Вот это некоторые фундаментальные законы. Вот это первый, вот это второй. Да. Вот это некоторый третий факт, что P есть, будем считать функцией от O и S, будем считать, что это функция задана. Да. Будем считать. Опять же, это исходное предположение. Нет, не то, что она задана, а то, что она зависит только от O. Зависит только от O. Мы ее ищем. Ну, а, это будет. Но при этом про нее известно, что она только от O зависит. Она функция только от O. Но C в квадрате, да, тоже положительное, но действительно. То есть мы чуть-чуть увеличим плотность, значит, там увеличится давление. Этот факт тоже является не следствием чего-то, а просто мы так считаем. Да, мы так считаем. Таким образом, значит, мы получили C в квадрате от ρ S, а это и есть C в квадрате от ρ. Вот в прошлый раз, ну, возник вот этот анекдот, замялся, вот, но на самом деле вот вывод, что здесь C в квадрате зависит только от ρ. Да, там есть зависимость от корня температуры и так далее. Но это все вытекает постольку, поскольку ρ само зависит от температуры. Вот. То есть все-таки c в квадрате зависит только от ρ. И таким образом, опять же, там в прошлый раз была ошибка. Ну, я все эти вещи первый раз рассказываю, поэтому это не секрет. dp по dt равняется c в квадрате от ρ dρ по dt. В прошлый раз я писал здесь градиент P равняется C квадрат от ρ, градиент ρ. Ну, это не является следствием. Потому что означает это выражение? Это означает, что dP по dt плюс V на градиент P равняется C в квадрате умножить на dρ по dt плюс V градиент ρ. Да? Это равносильно. Вот, это равносильно. Но отсюда не следует, потому что градиент P равняется градиенту ρ, или то, что dP по dt равняется C в квадрате. Вот. Ну, вот так правильно. Вот это вот правильно. Это тоже мы принимаем как. Ну вот такую ситуацию мы будем рассматривать. Это тоже ниоткуда не следует, просто мы будем рассматривать вот такие движения. Да, потому что они, в общем-то, отвечают физическим требованиям. Ну, будем рассматривать. Да. Нет, это разве не следствие просто нашего уровня состояния? Что? Это же не новая предпосылка, это просто следствие уровня состояния. Ну хорошо, только это отсюда не следует. Да. То есть, ну да, это все вот, ну как бы пояснение, а это вот в такой форме мы будем вот то уравнение состояния, оно дает нам вот такой факт. То есть вот итого мы имеем. 5 неизвестных, ρ, 3 компонента V и V, и 5 уравнений на них. Ну, в некотором роде, если бы система была алгебраическим уравнением, это было бы достаточно. Но здесь тоже гамма считается. Ну, да. Так, таким образом, тогда это я стираю. И, как некоторое следствие вот этих вот законов непосредственно, были еще написаны уравнения потоков. Ну, одно из них, это просто есть переписанное уравнение. dρ по dt равняется минус дивергенция ρ. Вот. Это просто есть первое уравнение, ну, дописано другой пункт. Да. Теперь закон, ну, и называется это закон сохранения вещества. Значит, почему это все законы потока? Напомню. Потому что, когда мы проинтегрируем это все по некоторому объему, здесь у нас будет изменение по времени d по dt от этого интеграла, а здесь будет некоторый поверхностный интеграл. В данном случае будет изменение массы вещества, изменение массы кубики является просто оттоку этой массы со скоростью v через t. Ну, а если, так сказать, формальных позиций, то ρ это плотность интеграла n на интеграле варианта полтора.
Хорошо. Так. Хотим узнать закон строения вещества. Есть также закон строения энергии, который был, скажем так, просто проанонсирован из некоторых физических соображений. Так. Какая энергия у нас у элемента жидкости? Ну, то есть у элемента жидкости. Это есть d ρ v в квадрате пополам плюс внутренняя энергия эпсилон. Так, значит, под это. Внутренняя энергия эпсилон определялась из первого начала термодинамики. То, что d эпсилон равняется сейчас равняется минус p dv минус p dv плюс v это здесь не то, это другое v. Это объем, то есть p d единицы на ρ. Плюс t d. Там v и тут v просто. Да, ну так. Ну, да, B маленькая, это B большая, на доске это тяжело изобразить, а на большой, ну, черточкой, ну, будем D единицы на ровно движение разумений. Вот это первое начало термодинамики, и это опять же 0, поскольку DS равняется 0. Ну, вот, вот так мы определяем эпсилон. Это просто отделение. То есть дифференциал эпсилон, то есть с точностью до несущественной постоянной, мы можем считать для эпсилон просто проинтегрировать. Давление по плотности. Таким образом, физически, что это есть внутренняя энергия объемчика, а это есть ρ квадрат пополам, просто кинетическая его энергия. Равняется минимум дивергенция. И что мы здесь должны написать? Мы должны написать, во-первых, просто непосредственный уход энергии за пределы объема. Это что есть? Это есть скорость v умножить на скобку ρ v в квадрате пополам плюс эпсилон. Так. И еще мы должны. А что это? Сейчас, вот секундочку. Просто это вот как здесь, поток ρ, значит, что есть изменение плотности? Это есть поток ρ через поверхность. Так и здесь. Что есть изменение энергии? Это есть поток. Вы считаете просто поток энергии, да? Да. Это просто поток энергии с поверхности непосредственно.